Эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обсудили сегодня представители госорганов и неправительственных организаций в Алматы. Они изучили внедрение мер по повышению прозрачности и ответственности МПО. Эта рекомендация акцентирует внимание на необходимости обеспечения надзора за неправительственными организациями, эффективная реализация которой требует сотрудничества между госструктурами и НПО, что, в свою очередь, способствует созданию более безопасного и прозрачного пространства для общества, отметили специалисты. Всего рекомендаций 40. Одна из них, восьмая рекомендация, она касается некоммерческих организаций. Она была введена как раз вот в 2001 году. ФАТФ прямо указывает, что да, страны должны изучить свой некоммерческий сектор, найти, есть ли риски, угрозы. В 2023 году внесены изменения в восьмую рекомендацию. Очень важно, чтобы НПО и другие НКО понимали всю важность тех рисков, которые может быть от финансирования тех или иных террористических течений или отмывания денег, а также финансовых махинаций.